покажите, какие вам рюкзаки подарили. Вау, круто, да? Карточку. Это декларация, вы заполняете, она с двух сторон. Обязательно покажу, что необходимо. Прилетели, это аэропорт Марти Кабана. Видите, какой он. Такое ощущение, что действительно вернулся в Советский Союз. Машины есть и старые, но здесь в основном есть вот новые стоят. Здесь вот магазин, можно купить воду. 45 местных песо стоит она, 0,45. Валюту вы можете в аэропорту поменять. И вот они, эти местные раритеты. От аэропорта до Варадеро 3 часа, у нас остановка через полтора часа, такая, здесь один магазин и туалет, и вы можете здесь пина колада купить, сейчас покажу. И вот такие вам штуки делают. Здесь можно рассчитаться любой валютой, долларами, евроми они принимают. Единственное, что если вы оплачиваете долларами, то минус 13% от курса, налог. Отель Iberostar Bella Costa. В номере у нас вода. Вот она такая ванна доходяжная. Номер, конечно. Когда его придут в соответствие, конечно, будет получше, но сейчас это тихий ужас.
Поехали. Сказать по ужину. Голодными вы не останетесь, но если с Турцией сравнивать, то, конечно, ну, с пятерками хорошими, то ну, ассортимент здесь вроде бы и все есть, и мясо, и креветки, но что-то не то. Как-то так можно сказать. Вот наш отель, бассейн. И вот оно, наше море. Фе-фе-фе. Что там, камушки? Ага. Это водоросли. Сейчас посмотрим. Да, это коралл. Насыпан песок сверху. Угу. Приятного мало. А вон там, вот видите, там уже нету, там песок. А вот здесь уже, видите, коралл заканчивается, но это, судя по всему, территория другого отеля. Вот флаг стоит. А может быть и нет. И здесь уже все хорошо. Ну, то есть можно там на шезлонге лежать, а ходить, видимо, песок они насыпают, его вымыло, а ходить потом купаться вот сюда, направо или налево. Вот сюда, например. Тренажерный зал. Доброе утро. Сейчас у нас утро. Идем на завтрак в отеле в нашем. Сейчас вам покажу, что у нас можно покушать. Два вида супа. Молочный еще какой-то, фрукты. А это маракуйя, наверное. Hello? Йогурты. Чем можно заняться на пляже на Кубе, Варадеро? Здесь есть несколько вариантов. Вы можете поиграть в волейбол. Здесь есть волейбольная площадка. Вы можете погулять по пляжу, побегать с утра. Днем здесь, конечно, это не вариант, совсем не вариант, только если прогулки. Также, как правило, на пляже есть базы. Вот такие там снорклинга. Там можно водных видов спорта, можно взять каноэ, катамаран, можно на паруснике поплавать. Я вам сейчас покажу их всех по отдельности, как они выглядят. Также можно позагорать, покупаться. Если у вас есть, берите с собой очки и трубку, или маску и трубки, вы сможете поплавать здесь, потому что здесь есть рифы. Они далеко, до них, конечно, так не доплывешь просто, но если возьмете с собой ласты, то, в принципе, это реально. И рядышком есть мертвые рифы, там рыбки немножко, немножечко там ракушек можно поискать. Вот эти все вещи.
они бесплатные. Видите, катамаран, яхта, каноэ. Берите, плавайте. Ну, а подходите к ребятам вот сюда вот. Единственное, что у них платно, это если вы хотите понырять с маской, они везут на риф, и там вы плаваете. И они вам все это предоставят. Вот, пожалуйста, катамараны, лодочки. Вот вам волейбольная площадка. Что можно еще делать на пляже? А вот такие вот штуки делать. Соня, не иди. Вот такие вот дары моря вы можете сами найти, если будете нырять с маской. Вот смотрите, какая ракушка большая. Я нашел, причем нашел возле самого берега. Сейчас у нас обед. 12 часов 30 минут. Я не знаю, может быть, у них здесь два ресторана, я потом вам покажу. Сейчас я нахожусь в ресторане, который находится на берегу моря. Здесь хороший, красивый вид. Я уже вам пока снимал его, еще покажу, что здесь на обед есть. Смотрите, какой вид есть, такая небольшая площадка. Здесь только, к сожалению, 4 столика маленьких. Но у них есть еще вот здесь площадка, она, правда, не накрыта. И вот он, сам ресторан. Давайте посмотрим. Ну, сейчас они будут ставить блюда. Я очень рано пришел. Ай, жарят мясо. И тут у нас салаты. Какой-то суп. Я не знаю, что там написано. Уголок хлеба. И здесь есть еще одна зона. Здесь фрукты и, судя по всему, мороженое. Опа. Ну, пока ничего нету. Ну, оно здесь будет. Ананасы, папайя, дыня, арбуз, апельсины или там грейпфрут. Это я даже не знаю, что это. Там небольшая игровая площадка Kids Club. Это вот это вот здание, видите, там. И у них большой пляж, он вытянутый. Есть как вход вот здесь, вот видите, песок хороший. Я вам показывал, там есть коралловый, где вход коралл. Ну, такой более для спокойного отдыха, там очень мало людей. Сидит и попрошайничает здесь. О, слышали? О. Ну, что ты хочешь, дорогой? А, все ясно, мяу. Как я вам говорил, что еще есть главный ресторан. Здесь тоже на обед можно покушать. Посмотрим, что здесь, чем отличается. Отель Iberostar Bella Costa. Смотрите, здесь есть особенность номеров. У них есть номера без балкона, ну, вернее, там есть балкон, но он полностью закрытый. Есть номера с балконом. Вот видите, вот в этом крыле у них второй этаж, третий этаж, четвертый этаж идут с балконами.
И на втором этаже, например, балконы большие, на третьем поменьше, на четвертом опять они большие идут, на пятом этаже балконов, видите, здесь нету на эту сторону. Это все то, что выходит на дорогу и на с той стороны, где подъезд автобусов. Вот в этом крыле тут нету балконов. Видите, на третьем этаже нету, на втором есть маленький балкон, на первом этаже там есть что-то тоже. На четвертом есть, и на пятом тоже нету балкона. Видите, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Здесь есть балконы, там нету, там маленький и нету. Со стороны моря и бассейна, видите, у них тоже не все номера с балконами. Видим, что у них получается второй этаж, третий этаж. Есть балконы. На четвертом уже нету балконов. Это в этом крыле. И крыле, которое слева, у нас получается второй, третий с балконами, четвертый без и пятый тоже с балконами. Виллы, они трехэтажные, у них три этажа. Есть балконы, на первом этаже большие балконы, на втором поменьше. Ну, здесь вот в данном случае тоже большой балкон. А есть вот такого плана поменьше балконы. И третий этаж. У них есть третий этаж с балконом, есть без балкона, судя по всему. Вот в данном случае, видите, нету балкона, там маленькая перегородка и французский балкон. При бронировании вы можете выбрать тип номера с видом на море, или можете выбрать бунгало. Номера у них стандартные, которые в основном корпусе, они все слабые, такие, ну, пошарпанные, по-другому не скажешь. Единственный момент, что они без проблем вас переселяют. Если вам не нравится номер, который вас заселили, что-то не работает, приходите на ресепшн, говорите об этом. И, как правило, на следующий день, если у них есть в этот день, то они в этот день вам покажут другие номера, дают вам карточку, вы идете, смотрите, нравится вам другой тип номера, переселяетесь, не нравится, живете в своем дальше номере. Поэтому вы можете здесь согласовать этот момент. Нам делают каждый день лебедей из одеял. А девочкам вот такие вот штуки. Вот таких нам лебедей с цветочками. Пойдемте посмотрим, поменял аккумулятор, как раз сел. У них всегда есть креветки, мы уже 7 дней здесь живем, питание здесь хорошее, много мяса. Здесь у нас жарят мясо на гриле, это свинина и телятина. Идем дальше, здесь у нас делают пиццы, прямо при вас. Вы можете сами собрать свою пиццу. И вот что у нас получается потом. Здесь такой колоритный повар, итальянец, делает нам макароны. У него все горит всегда. А, вот то, что я говорил. Креветки. Вот туда вот там жарят. Уголок сыров,
сыр с плесенью, обычный сыр. Один и второй. Вот такие ветра бывают здесь. Столбик он металлический сломало даже. Вот так вот готовят сегодня. Фиеста. Прямо на улице. Под пальмочками. Пальмы. Кокосы убрали. Пойдемте посмотрим, что у нас тут сегодня в Белла Коста. Вот мясо. Я сюда сразу. Крылышки жареные, кукуруза на гриле. Рыба. Ну, конечно, пирожки на солнце – это рискованное удовольствие. Живая музыка, все кушают, прикольно, как на шашлыке в деревне. Забыл снять, тут еще фрукты вот так вот кромсают. Спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее. Приглашайте ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень и очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.